Модные макияжи, которые представляют визажисты на подиуме, кажется, не имеют ничего общего с реальностью. Но при желании все тенденции из показов можно привнести в свою жизнь, если действовать деликатно. Визажист Дмитрий Павлов, мастер креативного макияжа, комментирует мейкап-тенденции нынешнего сезона. Начнем с контуринга. Только все успели разобраться, что это и зачем, как все внезапно стало неактуальным. Ну или лучше будет сказать, сменила тональность с бронзы на розовый. Тени, румяна и губы будто окрашены одним средством и одним взмахом, без каких-либо акцентов. На данный момент вариант контуринга резкого, он уже уходит в прошлое. То есть поэтому все макияжи в стиле Ким Кардашьян мы давайте оставим Ким Кардашьян. Сейчас более актуальны вариант дрейпинга, то есть контурирование при помощи двух оттенков румян. Румяна вы можете наносить как на область скул, можете на подбородок, чуть-чуть на кончик носа, на зону лба, то есть везде легкий румянец присутствует. Также наступивший сезон забирает у бровей доминирующую роль. Светлые естественные брови намного выигрышнее четко прорисованных. Следующая очевидная тенденция нового сезона – яркие глаза, никаких полутонов. Стрелки, подводки и блики, выполненные насыщенными цветными пигментами. Чем на самом деле рисовать стрелки? Стрелки можете рисовать абсолютно все. Устойчивыми помадами, специальными гелевыми подводками для глаз, для бровей, для губ, чем угодно. Я сейчас делаю достаточно толстые цветные стрелки в синем цвете. Синий очень актуальный цвет сезона. Вообще, чем толще стрелка, тем более открытый глаз. Что касается губ, превалирует на подиумах цвет вишни, но растушеванный с мягкими перепадами. Завершает список главных мейкап-хитов аппликации. Простые и универсальные, они могут войти в обиход не только больших экспериментаторш, но и любительниц лайт-макияжа. Что еще к нам пришло с подиума? Это блестки. Блестки, различные стразы на губы, на глаза, на стрелки, на брови, пожалуйста. Также в моду снова возвращается когда-то бывший модным лак для волос с блестками. То есть, поэтому, когда вам в салоне красоты вдруг побрызгают волосы таким лаком, не думайте, что это салон не в тренде. Хотите быть яркой, но все-таки немножко не хватает смелости. Сейчас огромное количество подводок для губ, для глаз, именно с металлическим эффектом. При помощи этих средств можно спокойно сделать как лип-арт, фейс-арт. То есть вы можете нарисовать себе легкие веснушки. Веснушки цвета металлик достаточно актуальные. Липарт, то есть легкая подводка металлизированным цветом, она тоже придаст какую-то такую небольшую игривость. Немаловажное дополнение ко всем этим идеям – легкая кожа, без плотных текстур, маскирующих естественность. Предпочтение визажиста отдают сиянию и влажному эффекту.